За прошедшие сутки подразделения вооруженных сил Армении обстреляли из огнестрельного оружия, артиллерии и минометов наши позиции на армяно-азербайджанской границе и в различных направлениях фронта, а также ряд наших населенных пунктов, в том числе и Геранбэй, Тертер, Агдам и Акджабили. Против огневых точек противника были приняты ответные меры. В настоящее время наши войска полностью контролируют оперативную обстановку. Победа за нами.